привет, меня зовут Александр, мне 34 года, йогу практиковал 10 лет назад, точнее пробовал практиковать, абсолютно не зашла и решил вот сейчас через 10 лет вернуться к этому направлению и посоветовали Сергея, приехал на ретрит на озеро Глубокое. Что понравилось? Во-первых, место просто колоссальной красоты, уединенное, тихое, самое главное, что здесь плохая связь и не ловят телефоны. А если говорить про йогу, сразу у меня не получилось, естественно, поскольку тело не подготовленное. Но очень что понравилось, это то количество практик, которые дает Сергей. Это созерцание свечи. Я название не помню, но, в общем, мы ходили по лесу, гуляли, замедлялись. Ну, в общем, процессы замедления очень круто представлены, выстроены. И мне кажется, это очень ценно в наше время, когда мы бежим, суетимся, спешим. Поэтому, Серег, спасибо тебе большое, мне очень понравилось. Обязательно еще приеду. Спасибо тебе за отзыв. Ты первый раз же, да? Вот да, я первый раз, первая практика. Все, спасибо тебе, приходи еще раз, приезжай.